После вынужденного перерыва крупнейшая выставка профессионального оборудования ProLight & Sound NAMM Russia возобновила свою работу. 130 компаний, более 10 тысяч гостей и театральный форум с участием 60 региональных театров и ведущих экспертов страны в области сценических технологий. На стенде компании «Имлайт» самые актуальные решения для театральных площадок от собственной торговой марки и ведущих иностранных брендов. Механика и система управления, световое и звуковое оборудование, спецэффекты, электротехника и электромонтажные системы. Все для строительства современного, умного, технологичного театра. Мы считаем компанию «Имлайт» не только театральной компанией, а достаточно крупным интегратором в России. Потому что как бы и качество продукции, и объем охвата рынка в разных сферах, в том числе алюминиевое производство, фермы, дерево, механика, вы очень сильно растете, и это хорошо, то есть как бы, в том числе для нас, как для ваших партнеров. Современный театр начинается с технологий. Торговая марка «Имлайт» сегодня – это весь арсенал профессионального сценического оборудования, успешно работающего на крупнейших театрально-концертных площадках страны. В свой 32-й сезон на выставку ProLight & Sound мы привезли главные премьеры торговой марки – пульт помощника режиссера, механику сцены для кинематики шоу и систему управления, прожекторы постановочного и репетиционного театрального освещения, силовое и электромонтажное оборудование. Не все производители имеют собственное производство корпусов. И не все имеют технический персонал, который способен разработать подобные конструкции. Компания «Имлайт» обладает и корпусом инженеров, и собственным производством. И производство начинается от разработки изделия, и корпусов, и печатных плат, и дизайна изделия, и полный цикл изготовления. Было очень приятно увидеть то, что там, то, о чем мы разговаривали когда там 3-4 месяца назад, те идеи, которые у нас в диалоге, в споре рождались, что они реализованы, вот, что это все работает в железе, в металле, даже не на уровне прототипа, на уровне законченного изделия. Это, конечно, приятно, и я с удовольствием там коллегам своим показал, и это хорошо, это здорово. Когда есть что показать. Я приехал на выставку из Франции. Приезд в Москву — это возможность встретиться с нашими партнерами, живущими в этой прекрасной стране. И я особенно рад встрече с «Имлайтом». Мне очень нравится работать с этой командой. У нас прекрасные отношения, я бы даже сказал, дружеские. Мы работаем над множеством совместных проектов. На мой взгляд, выставка очень продуктивна. Она дает возможность увидеться со всеми. Здесь представлена масса интересного оборудования. Стенд «Имлайта», как всегда, супер. Много лет «Имлайт» был известен на российском рынке как световая компания, поэтому к световым брендам в партнерском портфеле у нас подход особый. В экспоцентре мы представляли главные события ProLight в области постановочного освещения от лидеров индустрии — ETC, Клейпаки, DTS, Silverstar. Приветствую вас, друзья! С вами компания ETC. И мы сегодня на этой выставке ProLight & Sound Москва с нашими партнерами компании «Имлайт» представляем ряд интересных и уникальных продуктов, предназначенных для театрального применения. Долгожданная новинка этого года – профильный прожектор SourceFoil LED в третьей версии с уникальным темно-красным светодиодом, передающим оттенки кожи на недостижимом ранее для LED-прожекторов уровне. Desire Fresnel, второй флагман от ETC, светодиодный прожектор с линзой Фреснеля с аналогичным восьмицветным источником, который ждали театральные художники по свету, также эксклюзивно был представлен на стенде «Имлайт». Если оценить тот спектр оборудования, которое Silverstar выпускает в 2021 году, можно практически любой проект, ну, если не считать спецэффектов, каких-то очень универсальных приборов, можно все сделать на оборудовании Silverstar. И это будет на самом высоком качестве, надежности, с сервисной поддержкой, с высокими индексами цветопередачи и цветосмешения, насыщенным цветовым балансом, качеством, признанным большинством ОЭМ-партнеров компании Silverstar во всем мире.
Гостей нашего стенда ждали премьеры мира ProSound. На выставке компания Imlight анонсировала начало сотрудничества с компанией Harman, выпускающей продукцию под десятками брендов Soundcraft, AKG, JBL и другие. Все три дня в экспоцентре на Красной Пресне с нами был наш давний партнер – компания Meyer Sound и ее система SpaceMap Go. Впервые с момента выхода на мировой рынок в 2020 году этот инструмент пространственного дизайна и микширования демонстрировался в открытом выставочном формате. Для нас любой шанс пообщаться с потенциальным пользователем. Я даже не хочу использовать термин «покупатель», потому что это действительно креативные технологии с потенциальным пользователем, он ценен. А если говорить конкретно про театры, то мне очень важно вот это продвижение, потому что вообще русский театр – это школа, очень известная во всем мире. Конечно, с одной стороны, он очень академический, но с другой стороны, благодаря этой школе, огромное количество талантливых людей, которые действительно могут творить мировые шедевры и используя в том числе новые звуковые технологии. Поэтому здесь продвигать такую технологию, так ориентированную на театр, именно в России, именно для русских театров, ну, это очень почетно, ценно, и я надеюсь, что мы действительно привнесем в эту школу что-то интересное. Я хочу поблагодарить компанию Imlight, которая, ну, как всегда, на высоте. Во-первых, не жалеет сил и средств, что в наши времена особенно ценно. Ну, и, во-вторых, для нас всегда ценно, что готовы демонстрировать оборудование на высоком технологическом уровне. То есть такое оборудование не так-то просто грамотно показать. Нужно обладать уровнем. И у компании Imlight он, безусловно, есть, что для нас очень ценно. То есть в таком партнерстве, ну, мы им очень дружим, без него продвигать эти технологии невозможно. Вся выставка была в первую очередь направлена на театральный, как бы, сегмент, рынок, и проходил театральный форум. Свой стенд мы представили в формате «Театр начинается», и я думаю, что это именно театральное представление у нас получилось. Было действительно много интересных технических героев со стороны Imlight, было много интересных гостей. Это и технические службы и Большого театра, Мариинки, театра Образцова. И плюс, конечно, много было региональных театров. Надеемся, что результаты выставки будут у нас положительными, и оборудование компании Imlight будет продолжать радовать технические площадки всей страны. Для нас театр начинается с творческих людей и технологий.